знакомое всем же место. Собачки тут по-прежнему. Почем цены? Ну, это по-прежнему ценники в Мурате. Клубника очень замечательно выглядит. На вкус я вам просто передать не могу. Цены тоже недорогие. Ну, приблизительно вот так вот. Здрасте. Здрасте. Какая вот эта? Ну, одну штучку возьму. Красивая. Мелкая, дешевле. Ну, на Марате, так скажем, в недешевых местах, цена на клубнику колеблется. Здравствуйте. Вот такая. Такая. Собачку кому надо. Ну, в Пуде, например, клубники нету. Зато есть здесь тыква, сразу порезанная. Кто любит кашу из тыквы? Короче, мелкая. 230, крупная 250. Это возле резерва. Ну и вот здесь еще тоже есть фрукты и ауто. Овощи. Клубничка. 240. Такая. И такая. Пасочки есть до сих пор маленькие. Даже мушмула уже такая-то импортная, привозная. Ну, на овощи обзор сегодня делать не будем. А так, в принципе, вот даже груши красивые есть. А почем у вас цены на крымскую клубнику в вашем городе?